Ангел Иванович Богданович, я про него как-нибудь расскажу, в Казани связан. Ангел Иванович, он был Анжело, его на русский манер звали Ангел, поляк. Вот. Значит, присутствующий при этом Богданович даже подскочил на месте, потому что Куприн не зашел в дверь, а вполз. Вполз. В зубах у него были деньги, гонорар только что получил, и он их принес жене, он подполз к ней, уронил ей на колени, значит, эту пачечку, и сказал: «Маша, теперь дай мне денег, я пойду в Капернаум». Вот, вот это... Выдрессировала Маша. Вот, ну, его выдрессировать трудно было, именно в силу его пития. Но он, конечно, стремился жить мирно, ну как, стремился жить мирно с ним. Мария Карловна Куприна, а потом она стала иорданская, она вышла замуж тоже, чтобы ее называть, за нашего посла, не помню, как в Турции, где не помню. Фамилия, которая была иорданской. Вот что касается этого человека. С Буниным у него были, он дружил с Буниным, но у них были довольно такие дружба-вражда немножечко, потому что были совсем разные люди. Бунин был застегнутый на все пуговицы такой. Вот. А Куприн разжуляй малину по сравнению с Буниным. Вот, и это Бунин его вытащил в литературу.